Электроны, протоны, нейтроны, ионы, атомы, элементарные заряды. Что-то непонятно? Давайте разбираться вместе. Мы уже знаем, что электрический заряд – это физическая величина, которая характеризует способность частиц к взаимодействию, притяжению или отталкиванию. В физике электрический заряд обозначается буквой Q и измеряется в кулонах. Единица названа в честь французского физика Шарля Кулона. Давайте предположим, что у нас с вами есть электрически заряженное тело. Как долго я могу уменьшать заряд у этого тела и есть ли предел этого действия? Оказывается, есть. В природе существует самый маленький электрический заряд и называется он элементарным. Его величина 1,6 умножить на 10 минус 19 степени кулон. Обозначается он буквой Е и может быть как отрицательным, так и положительным. Все зависит от того, кто является носителем элементарного заряда. Ими могут быть протоны или электроны. У электрона заряд имеет отрицательное значение, у протона положительное. Но интересно, где же живут наши протоны и электроны? Давайте разбираться дальше. Рассмотрим атом. Атом – это мельчайшая частица вещества, которая обладает всеми его химическими свойствами. Да, а вот если бы я была атомом... Ой! Вот если бы я была атомом, то 100 миллионов Анастасии Васильевны поместились бы в одну коробку размером с булавку. Ядро атома состоит из положительно заряженных частиц – протонов и частиц, лишенных заряда – нейтронов. Вокруг ядра вращаются маленькие отрицательно заряженные электроны. В атоме одинаковое количество протонов и электронов. Отрицательный заряд электронов нейтрализует положительный заряд протонов, поэтому атом электрически нейтрален. Следовательно, количество электронов и протонов у него одинаковое, но атом может терять электроны. Представим, что это электрон. Прощай, друг! Тогда атом становится положительным ионом. А если атом получает электрон, тогда атом становится отрицательным ионом. Ребята, вы, наверное, спросите, как в ядре атома может находиться несколько протонов. Ведь мы знаем, что заряды одного знака отталкиваются друг от друга. Но в ядре атома такого не происходит. Все дело в том, что частицы ядра, их еще называют нуклонами, от латинского «nucleus» – ядро, связаны между собой силами намного мощнее, чем электрические. И эти силы называются ядерными. Действуют они между нуклонами на минимальных расстояниях. О ядерных силах мы с вами обязательно еще поговорим. Ну а пока давайте вернемся к зарядам. Элементарные электрические заряды связаны друг с другом вот этой формулой, где n – это некоторое целое число. Это значит, что если в атоме находятся два электрона, не скомпенсированных протонами, то заряд данного иона равен минус 2e кулон. Если же в ядре атома находятся три протона, не скомпенсированных электронами, то заряд данного иона равен плюс 3e кулон.
Для выражения значения электрического заряда используют дольные единицы кулона – мили, микро, нано и пика кулона. А сейчас давайте попробуем выполнить с вами несколько заданий. Задание первое. Выразите в кулонах заряд металлической гильзы. 0,12 милликулон, 84 пикокулон, минус 56 нанокулон, минус 968 микрокулон. А теперь давайте проверим, что получилось. Задание второе. При расчесывании волос пластмассовая предварительно незаряженная расческа получила заряд Q равный 6,4 умножить на 10 минус 11 степени кулон. Каких частиц, протонов или электронов, после трения в расческе оказалось больше? Какой заряд получили при электризации волосы? Сколько элементарных зарядов содержит заряд расчески? Поскольку заряд расчески положительный, то после трения на ней оказалось больше протонов. Следовательно, это протоны, которые расческа забрала у волос. Значит, на волосах осталось в избытке ровно столько же электронов, сколько и протонов ушло. Значит, заряд волос Q равен минус 6,4 умножить на 10 минус 11 степени кулон. Зная общий заряд расчески, равный 6,4 умножить на 10 минус 11 степени кулон, и величину элементарного заряда, используя формулу Q равно N умножить на E, мы можем найти количество протонов, которые получила расческа. Надеюсь, этот урок был полезным для вас. До новых встреч!